Ну а в Томске э, местные достояния, городские фонтаны не выдержали перепадов температур, запущенные накануне. Они проработали чуть больше суток и перемерзли за резкого майского похолодания. Минувшим вечером столбик термометра в Томске опустился до минус одного, а ночью синоптики зафиксировали вовсе максимальное снижение до минус шести. Замерзшая вода в фонтанах на площади Новособорной и в переулке Плеханова оставалась и утром в среду. В городской администрации отмечают, такие погодные изменения самим объектам вреда не приносят, а и запустят их снова.